Почему только после стопочки? Да еще в плацкартном вагоне открываются души, как форточки, и лежат, как дитя на ладони. Janvārī starptautiskais bārdas sajiets Tatjanas diena jau 15. reizi pulcēja autordziesmu izpildītājs Ventspilī. Tradicionāli festivālā Tatjanas diena notiek divi koncerti. Tajos uzstājas autordziesmu autori un izpildītāji no sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un Čehijas. Pēc festivāla rīkotāju vārdiem tradīcija rīkot šādu pasākumu radās pirms 15 gadiem pēc tam, kad Ventspils bārdi piedalījās līdzīgā festivālā Tallinā. Rovni 15 lietu nazad, daži uži... больше. Мы поехали на фестиваль в Таллин. Там мы познакомились со многими интересными авторами и исполнителями. И тут вспомнили, что у нас 5 лет в Венспилской группе бардовской песни. А это был Саша Мирвис и Юра Саксаганский. Александр Силацкий и Николай Максименко. 4 человека, да. И решили, а почему бы не пригласить всех на 5-летний юбилей и не устроить концерт? Пригласили. Зал был не просто полон, люди сидели, двери были открыты, и люди в коридоре стояли и слушали. И мы поняли, что этот жанр востребован, и решили каждый год в январе проводить такой концерт. Jau 5. Gadu Bārdu sajiets Tatjanas diena ir 2 dienu ilgs notikums. Pārvienas bibliotekā notika ieskaņas koncerts 15 gadi kopā ar Tatjanas dienu, bet galvenais festivāla notikums, noslēguma koncerts, norisinājas teātri Nemā jūras vārti. Galā koncertu atklāja Tatjana Saksaganska. Я накрою стол белой скатертью, на столе цветы, в хрустале вино. По щекам свечи слезы катятся, посидим чуть-чуть, помолчим еще, посажу за стол, да не рядышком, за одним столом, будто порознь. Загляну в глаза твои краешком, а в глазах тоска поздней осени. Я не трону губ твоих бархатных, словно сон травой затуманенный. Я не трону рук твоих ласковых, не спугну покой взглядом, словом ли. Тишина вокруг, только свечки треск, блеск от хрусталя по глазам идет. На душе светло, за окошком снег. Ни к чему слова, помолчим, и все. А когда свеча догорит дотла, в хрустале вина не останется, сказав двух слов, не подняв глаза, на пороге в ночь мы расстанемся. Завтра будет день серый, пасмурный, будет радость в нем, а скорее беда. Завтра будем мы труса праздновать, опустив глаза, опустив глаза. Завтра будем мы труса праздновать,
Опустив глаза, опустив глаза. Atzina festivāla rīkotāji, ik gadu festivāls pulcē vairāk nekā 20 autordziesmu izpildītājs no dažādām Eiropas valstīm. Dinārs Gulbs ir no Salaspils. Viņš šajā festivālā bija vienīgais dziesminieks, kas izpildīja autordziesmas latviešu valodā. Pirmā dziesma bija ar Austras Skuiņas vārdiem. Dināra izpildītā dziesma bija vienlaiks arī kā veltījums nesen mužībā aizgājušai leģendārai latviešu dziesminiecei Austrai Pumprai. Pirms uzbruka nakts Bez rīta jundas Un klusos namos Spoki klīst Vēl vienmēr dzīves Vagabundi Jās laime stīrnai pādas dzīves Kāds tāds maigums, maigums, maigums krūtīs krājās Kaut tur jau sen vis izpārdots Cik labi, labi, labi ka nekur nav mājās Cik labi nav ko ņemt nedomā Kāds tāds maigums, maigums, maigums grūtīs krājās Kaut tur jau sen vis izpārdots Cik labi, labi, labi Kā nekur nav mājās Cik labi Nav ko ņem nedomā Šogad Tatjanas dienā piedalījās arī autordziesmu izpildītājs no Čehijas, Valentīns Šapovalovs. Viņš Ventspilī uzstājās pirmo reizi un izpildīja dziesmas čehu valodā. Ещё горит огонь. И трещат дрова. Но уже время отправляться спать. Вон за тем холмом Сараево. Там мы поутру обвенчаемся. Через Галичське плане ване вітр злий, то мало цо сме мнели, нам води зібрали, Яко дажні птаці, яко рориси, летіме над землі два модре дописи, Єще горші огень, а праска древо, але уж є час ід спати. За копцем є Сараєво, там будемо сі зітра рано, брат. Фараш в костеле нас важе навеки, Вінець та маришку погоді до реки, Вода поплує спадки до морже, Ми два тати доле, А небе на горе, ще горший огень, а праска древо, але уж є час ід спать. Там гле за копцем є Сараєво, там будемо ми зітра рано брат. Поставим ті дум з білого камені. Повими пркни, он буде робені, аби кожен відділ, що сам темнів рад.
postavím ho pevně na věky bude stát. Ještě horší oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme si zítra ráno brát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásko brát. Pēc Valentīna vārdiem, Čehija autora dziesmu izpildītāji pulcējas kopīgos festivālos divas reizes gadā viduslaika pilī Strekovā. На первом фестивале, который мы там проводили именно в этом замке, почетным гостем был Юрий Алексеевич Кукин. И получилось так, что буквально через 10 дней после окончания фестиваля по возвращению в Санкт-Петербург он ушел от нас. И теперь этот фестиваль имени Кукина, то есть Кукинский фестиваль. Autordziesmu izpildītāja Irīna Zeņkova atbraukusi uz Ventspili no Krievijas pilsētas Vologdas. Viņa piedalīties šajā festivālā uzaicināja viens no festivāla rīkotājiem Aleksandrs Mirvis. Я любила любую многую много из какой музыку я слушала. Вот, в том числе и авторскую, а потом когда достаточно долго живёшь на свете, накапливается некий жизненный опыт, и он все равно через что-то проявляется, так или иначе. Вот у меня через музыку получается. Александр Мирвис, он очень убедительный и он очень обаятельный. Эти два качества и привели меня сюда. Еще он очень дружелюбный, и когда у нас при подготовке поездки возникали какие-то трудности, он всегда с оптимизмом, с каким-то юмором и с очень четкими инструкциями говорил, что нужно делать. Так что это благодаря Саше. Autora dziesma noteikti piedzīvos savu atdzimšanu. Мне кажется, авторская песня в России на данный момент переживает рассвет. Даже не рассвет, мне кажется, рассвет еще может быть лет через 5-7. Вот. А сейчас происходит какое-то общее движение, появилось большое количество поэтов, не всегда качественных, но среди них есть потрясающие совершенно поэты. Появилось большое количество хороших исполнителей, а самое главное, именно полных авторов очень много, те, которые пишут и музыку, и стихи. И еще удивительно, они сейчас выходят из рамка бардовской песни, скажем так, из простых рамок, когда просто человек и гитара, вы сегодня видели, да, то есть это скрипка, это шумелки различные. И сейчас уже границу между бардовской песней и какой-то, может быть, шоу-песней проводить становится все сложнее и сложнее. Катился вшире, струны вселенной вторят, что-то еще фальшивит, где-то еще не строит, капля за каплей с крыши, скоро и ты оттаешь, скоро и ты услышишь, скоро и ты подхватишь. Как будто громче, слышишь, тогда дыши ты ярче, острее, четче, в стуке бразильской биты, в бое своей посуды, слышишь, ложатся ритмы в новый рисунок всюду. Вот подхватили птицы, вот отозвались рельсы, кровь потекла водицей, синхронизируй сердце, нет ни границ, ни терций, только желание длится. Синхронизируй сердце, слышишь, оно стучится, это весна во вселенной, капля за каплей с крыши. Синхронизируй сердце, ведь ты это тоже слышишь. Синхронизируй сердце. Vladimirs Petrovs savukārt ieradies no Arhangeļskas.
Vladimirs ir aizrautīgs ceļotājs, un kā viņš saka, iedvesmu gūst tieši esot ceļa jūtīs. Вдохновение у меня больше всего берётся в дороге, в переездах. 25 лет отработал на крайнем севере, 50 лет вышел на пенсию и с тех пор решил заниматься только творчеством, потому что когда ещё заниматься творчеством, если не сейчас уже, что тянуть? И после этого так покатилось, были Канары, была Испания, был Кипр, Израиль, Пхукет, Вьетнам, Соловки, Островки, ну, много чего. Все время в движении с концертной площадки на концертную площадку. Самолет с Домодедова унесет нас неведомо куда-то за облака, где вечность недалека и полутонов пастель расправит для нас постель в бескрайностях островов, в морях из небесных стров. Аэродрому качнем крылом и реверсивный след на былом оставим автографам, художникам мы, фотографам, за птицами, за теплом, страницами в наш альбом, туристами в Божий мир, где пресности эликсир. Песок скрипучий, белый пляжный рай земли, из всей одежды только твой огромный бант. Декабрь безбрежный, солнцем через край залит. Таиланд, Таиланд, Таиланд. Сиамский бриз парной кристальною водой, из океанских брызг тропический букет, морской черепахой с детства заводной. Пхукет, Пхукет, Пхукет. Жизнь по-тайски, неспешная суета, дело грешное, как деля, плевет, колесо и улыбка во все лицо. Под вихрастыми пальмами красно-бело миндальные, нереальные Новый год и жара, и декабрь цветет джунгли жирною зеленью, океаном овеяны, и купаемся в смыслах мы во вселенной немыслимой добротой. Уготованной привыкаем по-новому, всей жемчужною ниткою жить по-тайски с улыбкою. С детской наивностью за рыбкой золотой, за наутилусом Жюль Верновский талант, за морской живностью пестрит прилавок твой. Таиланд, Таиланд, Таиланд. Холодный чангрисовый бренди и санксом остались в пляжных отпечатках ласт и кет, тук-туки, байки и массажный томный стон. Пхукет, Пхукет, Пхукет. Тук-туки, байки и массажный томный стон. Пхукет, Пхукет. Вентспилс, я вообще в восторге от Вентспилса, и не только потому, что он сегодня действительно чистый, красивый, ухоженный, опрятный, освещенный. И даже то, что здесь не так людно, это вот просто вот хочется руки раздвинуть и подышать. Ведь смотришь в окна, а там же стоят горшочки с цветочками, и кто-то же их поливает. И то, что людей на улице не видно, это не значит, что и киски ходят сытые, кто-то же их кормит. Čista visu samā galvenā. Festivāla laikā uzstājās arī Latvijas autordziesmu izpildītāji Aleksandrs Ivanovs, Aleksandrs Mirvis, Tatjana un Jurijs Saksaganski, Aleksandrs Sivackis, Dinārs Gulbis, kā arī viens no festivāla talismaniem, igauņu dziedātājs Sergejs Bais. Nazvali mēs Tatjana Zamurēvu
по каким-то определенным причинам. Если честно, я, ну, наверное, мы вот с того начала, которое когда-то имело место быть, были в числе вот этих таких, ну, таких каждых ежегодних соратников, да, вот, наверное, вот как-то нас остановился взгляд, и я не могу это никак скомментировать, хорошо это или плохо, наверное, хорошо все-таки. Ко временному бегу равнодушный, не столько беззащитный, сколь смешный, слетались ангелы на шариках воздушных, не потому, что были крыльев лишены, не потому, что время кончилось до срока, и без времени близится черед, не потому, что им настолько одиноко, настолько, чтоб отправиться в полет на детских шариках цветных. Вертлявые, как щенки, и непослушные, привычка вышних к жизни кочевой, слетались ангелы на шариках воздушных. Хоть я, признаться, сам не знаю для чего, да вот беда, никто их не заметил, и мир затянут был в трамвайное кольцо. Лишь грязные, оборванные дети стреляли из рогаток им в лицо, не приступив заветного порога, они как тени покидали нас, как ласточки, летящие от Бога, чтобы к Богу возвратиться в нужный час на детских шариках цветных. Ik viens festivāla dalībnieks izmantoja iespēju iepazīties ar Ventspils pilsētu tuvāk. Izpildītāji, kas bija Ventspilī pirmoreiz, pauda sajūsmu par Ventspils zilā karogu pludmali un Ventspilnieku viesmīlību. Savukārt tie, kuri ne pirmoreiz kāpa uz teātra nama jūras vārdu skatuves, vienkārši bija priecīgi atkal atgriezties festivālā un satikt savus senos draugus. Великолепный город. Мы отметили чистый воздух, доброжелательные люди всегда ответят так настолько вот по-родственному даже. Вот это очень понравилось, мы отметили. Красивый город, прекрасный воздух, замечательная публика. Мне бы очень хотелось побывать еще раз у вас в гостях. Благодаря этому приглашению я познакомилась не только с городом, это естественно. Мне очень понравился ваш пляж. Я хочу, чтобы у нас был такой же пляж, хотя бы где-нибудь недалеко от нас. Вот. Мне очень понравился сам город, он прекрасен. Я познакомилась с большим количеством людей на самом слете. Я думаю, они станут моими добрыми товарищами, как минимум друзьями по переписке. Вот. И самое интересное в каждой земле, в которую я приезжаю, это люди. Мне было очень интересно общаться с ребятами, с местными. Какие-то качества в них во всех присутствуют. Это доброта, отзывчивость и дружелюбность. И мне кажется, это потому, что они как раз вокруг авторской песни, а мы все там такие. Люди. Даже не сколько сам фестиваль, сколько люди, потому что ты по большому счету видишь их раз в год. Это же приятно, ты раз в год встречаешься, обнимаешься, рассказываешь, что там в твоей жизни, узнаешь о других что-то. Вот у меня друг, вот Саша Сивацкий, у которого я изначально как стал ночевать, так вот и остался. Вот, тоже мы с ним пересекаемся, может быть, два раза в год. То есть, ну, это фестиваль, вот он именно собирает людей, и этих людей приятно видеть. Thank you.
Вот и время пришло расставание. Если что, не пропето, прости. Корабли возвращаются в гавань, чтобы снова однажды уйти. Так я постоянно кочую, возвращаюсь к теплу ваших глаз, чтоб сказать вам о том, как люблю я и как трудно мне будет без вас. Нужных слов не найти на прощание, но, впрочем, не стоит искать. Если мы говорим «до свидания», значит, встретимся скоро опять. Если мы говорим «до свидания», значит, встретимся скоро опять. На прощание, но, впрочем, не стоит искать. Если мы говорим «до свидания», значит, встретимся скоро опять. Если мы говорим «до свидания», значит, встретимся скоро опять. Smilšu animācija, dzīvā mūzika, stāstnieks, viss tas originālā izrādē visai ģimenei mūsu mīļākās Puškina pasakas. Smilšu animācijas izrādes laikā mūzikas pavadījumā izskanēs pasakas par zvejnieku un zivtiņu, par zelta gailīti, par mirušo cara meitu un septiņiem varoņiem. 19. februāris, Ventspils, Jūras vārti, Smilšu šovs, mūsu mīļākās Puškina pasakas, biļets Jūras vārtu un Olimpiskā centra kasēs. Pašvaldības sijā Ventspils nekustam īpašumu aicina pieteikties uz amatu Ventspils augstskolas viesnīcas vadītāju. Galvenie pienākumi būs plānot, vadīt un koordinēt augstskolas viesnīcas darbu. Ir jāprot kontrolēt izdevumus, jānodrošina nepieciešamā materiālā bāze, jāveic klientu piesaisti, jāmāk popularizēt šo viesnīcu. Prasības kandidātiem ir augstākā izglītība viesnīca vai turismu jomā, vismaz 3 gadu pieredze vadītājam atā, ka arī spēja plānot un vadīt komandu labas latviešu angļu, krievu valodas zināšanas. Pieteikumu vēstuli ar CV lūdzu sūtīt līdz 3. februārim ar norādi konkursam. Sūtīt var uz e-pasta adrese vni@ventspils.lv, var iesniegt arī uzrausielu 8.